Мои необыкновенные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. И поверьте, вы включили это видео не случайно. Вас сюда привела Вселенная, потому что, просмотрев его, вы узнаете, какую страшную тайну скрывает загаданный вами человек. Поэтому не переключайтесь, досмотрите до конца, для того, чтобы все тайны раскрылись, для того, чтобы не жить в каких-то иллюзиях, для того, чтобы не надеяться на чудо, возможно, какого не будет. Очень важно узнать это здесь и сейчас. Меня зовут Евгения, я профессиональный таролог, астропсихолог, ясновидящая, яснослышащая и космоэнергет. Счастлива видеть вас здесь. Приветствую новеньких. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. И сразу же приглашаю всех подписаться в мой телеграм-канал, потому что в YouTube идут сбои. И для того, чтобы быть со мной, для того, чтобы узнавать информацию из потока, прямо сейчас нажимайте на паузу, переходите в первый закрепленный комментарий, подписывайтесь на Telegram и уже продолжайте дальше смотреть, чтобы случайно не забыть, потому что, возможно, в следующий раз вы не сможете уже найти, да, это видео. Для того, чтобы информация шла у вас, для того, чтобы информация шла у вашей пары, вам важно прописать имена вашей пары в комментариях. Либо же знаки зодиака, либо же первые буквы, либо же цвет ваших глаз, если вы не хотите палиться. Это вы делаете для себя, любимые, для того, чтобы информация с потока, да, шла у вас, у вашей пары. Понятно, что у вас у меня миллионы, количество подписчиков увеличивается ежедневно с огромной скоростью, поэтому важно, важно, важно дать обратную связь Вселенной. И, конечно же, не забывайте про сердечечки, конечно же, не забывайте об обратной связи. Мне очень приятна ваша активность, мне всегда очень интересно читать комментарии ваши. Благодарю вас за вашу финансовую поддержку, за то, что вы со мной. Знаете, что все, кто поддерживает развитие моих каналов, я для вас провожу практики очищения и защиты. Поэтому не удивляйтесь, почему в вашей жизни все очень круто меняется. А как меня поблагодарить? В первом комментарии также есть ссылочка. Ну что ж, любимая, давайте смотреть, в каких энергиях пришел загаданный вами человек. Подумайте о нем, представьте его перед собой, обнимите его ментально, поцелуйте. Можно ему прошептать что-то на ушко. У вас есть фотографии, можете посмотреть на фотографию. Это поможет вам настроиться, это вам поможет с ним связаться ментально. Ну и информация, собственно, тогда будет идти конкретно о нем. Какой сегодня ваш загаданный человек, где он, чем занимается, с кем он и так далее. В общем, давайте смотреть с потока все, что будет говорить нам Вселенная. Какой он сегодня? Ну, двоякий, двоякий товарищ, знаете как, выбирает. Сегодня мужчина пришел, который на выборе, возможно, выбирает между вами и кем-то другим. Причем, да, не обязательно это будет человек. Возможно, страна, возможно, работа, возможно, ситуация жизненная, да. Мужчина на выборе пришел к нам. Все-таки двоечка пентаклей, эта карта такая вот неоднозначная. Либо же сами можете сказать, он какой-то непонятный, он какой-то двоякий, двуликий. Кстати, может относиться к знаку зодиака двойному, да? Близнецы. Рыбы еще идут с потока. Двоится. По Солнцу, по Луне, по Асценденту, ну не привязывайтесь, не привязывайтесь, сразу говорю, к знаку зодиака, это общее описание, да, уже понятно, что у каждого здесь свое, еще, кстати, мужчина носит определенную одежду, форму на работу, мужчина, который постоянно что-то носит в руках, либо же портфель, либо же рюкзак, либо же, не знаю, чемодан, либо же инструменты, вот что-то у него есть постоянно в руках, когда он ходит на работу, либо же работа его связана с чем-то, что он должен с собой носить, либо же переносить. Очень часто как-то к людям он спиной, девочки. Также вот так вот просматривается ситуация. Еще какой-то сегодня мужчина. Правосудие. Слушайте, в органах работает, возможно. Угу. Смотрите, я говорила, что определенную одежду носит. Да? Здесь галстучки, здесь пиджачки. Здесь определенный дресс-код, девочки. Работает где-то в государственном учреждении, либо же связана его работа с определенными решениями. С определенными решениями. Причем здесь, там, интересно, там, где он работает, там есть взятки. Там дают взятки.
Прямо вижу. Я не говорю конкретно за вашего мужчину, там берет он эти взятки, не берет взятки, они там есть. Они там есть, сразу могу сказать. Это для вас тоже такой вот, знаете, значочек-маячочек о том, что, да, все-таки важно прислушиваться к информации. И не забывайте, если вам откликается информация, по экранчику постучите, сердечечки отправляйте, да, не забывайте. Здравствуйте, мои любимые, благодарю вас, Надя, за ваш подарочек, благодарю вас за ваше внимание, очень счастлива видеть своих постоянных подписчиков, уже знаю вас по авкам, знаю вас по комментариям, и мне очень приятно видеть, что наши каналы растут и новые подписчики также добавляются. Мужчина стабильный, мужчина не будет разбрасываться, знаете, как словами, эмоциями, нет, очень сдержанный. Здесь почему-то у него либо же горло болит, акцент делает в районе горла. Возможно, у него там галстучек, возможно, у него там наколочка, девочки. Но у мужчины на плече рука женщины. Что за женщина тут рядом с ним, которая его, знаете, как вот так вот присядь, подожди, возможно, начальница, возможно, мама, возможно, жена, если он у вас женат, девочки, под гнетом буквально каким-то женским находится, знаете как, вот должен слушать определенную женщину. Что это за женщина, давайте смотреть в его пространстве, которая его, знаете как, присаживает буквально, но контролирует его действия, контролирует, возможно, его звонки, его поступки, его телефон, его связь, да, его коннекты, контакт. Здесь также просматривается с потока и такая информация. Что это за женщина? Хотите знать, девчонки? Если хотите, будем раскрывать. Если как бы, ну, особо не интересно, it's okay, дайте мне знать и будем продолжать дальше смотреть. Поэтому поактивничайте в комментариях, напишите, да, хочу знать, либо же, чтобы я видела вашу активность. Сердечечки, стикеры, комментарии, все приветствуется. Поактивничайте, девчоночки. Ну, для вас же раскрываю. Интересно ли вам знать, что вот это вот за женщина? Вот эта вот рука на его плече, что-то меня очень смущает. Что-то меня очень смущает и непонятно вообще, что это за дама тут его, знаете, как присаживает буквально. Да, вижу, вам интересно. Ну, давайте тогда смотреть, что это за женщина, которая его присаживает буквально. А, это, слушайте, по десятке пентаклей. Здесь может быть либо же начальница, либо же мама-жена. Девочки, ну вот у каждого своя ситуация. Понятно, что здесь не будет одного ответа на миллион просмотров. Вы понимаете, да, что вас много, это освещение общее. Но это однозначно не вы, девочки. Вот если вы думали где-то, да, там краем, возможно, это я, нет. По десятке пентаклей это здесь кто-то из его рода. Возможно, у него семейный бизнес, девочки. Либо же здесь есть начальница, которая его, знаете как, контролирует, причем может вызывать и не в рабочее время на работу, для того, чтобы он выполнял определенные там функции, да, заинтересована конкретно в его деньгах. Заинтересована она конкретно в его деньгах, сразу могу сказать. Ну, если жена, то здесь понятно, что она будет его там на работу бесконечно отправлять. Иди делай, бери подработки, давай, чтобы было больше денег, девочки. Вот такой вот аспект идет. Понятно, что для каждого он свой, а освещение общее, поэтому слушайте свою информацию, да, и не перетягивайте на себя того, чего нет. Главное, вот не заводите себя в иллюзию. Если вы вот не понимаете, да, заводите себя в иллюзию, либо же не заводите. Я жду вас на личное освещение. Прямо сейчас пишите мне в личку, Instagram, Facebook, TikTok, ссылочка в первом комментарии на мои каналы активные. Прямо пишите туда за заказом. Я провожу личное освещение. И вообще ознакомиться с моими авторскими практиками со мной больше вы можете на моем сайте, который также находится в том же первом комментарии. Так. Что еще расскажешь мужчина о себе? Сердце разбито у него, девочки. Угу. Сердце разбито, находится в подвешенном состоянии. Поэтому он у меня и вышел, да, такой вот подвешенный, по двоечке пентаклей в начале. Мужчина, такое чувство, что как загнанный, понимаете, им манипулируют. Да, вот эта вот женщина манипулирует им. Ему с ней некомфортно, ему с ней несчастливо. Он не рад ее видеть, сразу могу сказать. Он не хочет с ней коммуницировать. Для него эти отношения, какими бы они ни были, да, либо же жена, либо же начальница, либо же мама, ничего хорошего не несут. И он будто бы, знаете, хочет вырваться вот с этого положения, с этого состояния и находится вот в подвешенном каком-то
состоянии, ну, в данный момент, здесь и сейчас. Давайте с вами познакомимся, какая вы сегодня. Тоже важно о себе, любимой, не забывать. Как вас видит Вселенная, девочки? Давайте смотреть. Так, а вот что за money, money, money. Деньги, деньги, деньги идут, девочки. У кого зарплата? Кто что-то платит? Кто оплачивает что-то, да? Суммы идут, девочки, определенные. Кто получает подарки? У кого праздник? У кого день рождения? У кого зарплата? У кого премия? А кто, наоборот, должен выплатить, да? Кредиты, долги и так далее, девочки. Что-то связано с деньгами однозначно. Возможно, думали, да, куда там деньги определить, распределить, либо же... писали списочек, что нужно купить, что нужно оплатить. В общем, сейчас вот все мысли как-то у вас сосредоточены на денежном аспекте, девочки. Конкретно вижу, что деньги, 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 информация вот последнего времени, вчера, сегодня, завтра, у Вселенной нет, да, четких таких вот временных ограничений. Здесь информация считывается с потока. Еще какая ко мне пришла богиня? Девочки, ограничены вы. Наоборот, даже у многих здесь какие-то выплаты, и вы этим ограничиваете себя, возможно, в поездке, возможно, в отдыхе, возможно, вообще не можете сделать то, что хотели бы, либо же приобрести то, чего хотели бы, потому что нужно что-то отдать, нужно что-то выплатить, нужно что-то оплатить. И вы понимаете, что, знаете, как с определенным вздохом, да, в ожидании каких-то мечт, своих исполнений, понимаете, что ну вот не сейчас. Сейчас не могу, потому что мне нужно что-то оплатить, либо же кому-то оплатить, либо же кому-то что-то перевести. Возможно, вы поддерживаете родных, близких. Здесь также просматривается такой аспект. И знаете, будто бы себя вот сейчас вот так на замочек закрываете, потому что сейчас себе не можете позволить того, чего хотелось бы. Еще какая вы сильная. Сила, девочки. Ваша сила – это ваш дом. Я вижу, что на вас все держится, девочки. На вас держится ваш дом, ваша семья, ваши родные, близкие. Опять же говорю, здесь вы очень многие обеспечиваете, да, семью, либо же деток, либо же родителей. Помогаете, поддерживаете, отправляете, пересылаете, выплачиваете, помогаете выплачивать. Вот я вижу, что вот вас сила вашего рода, девочки. И здесь вот на данный момент идет вот такой вот финансовый аспект. Откликается ли вам информация, да? У вас ли Вселенная озвучивает информацию? Не забывайте, да, давать обратную связь, отправлять сердечечки, пишите в комментариях обо мне, откликается действительно. Этим вы, благодарю вас, Надя, за ваш подарок, очень приятно. Этим вы держите, да, связь, контакт со Вселенной, вот эту вот тоненькую ниточку, по которой я считываю информацию, и значит, и дальше будет информация идти о вас. Поэтому не забывайте, да, не забывайте, сидите, смотрите и, конечно же, лайкайте, 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 лайкайте это видео для того, чтобы дальше, дальше, дальше связь шла ваша со Вселенной. Что между вами? Что между вами сегодня? Что нам скажет Вселенная? Что между вами и загаданным вами человеком? Дорога. А, мечты о дороге, мечты о встрече, мечты о свидании, девочки. Но это на данный момент является только вашей мечтой. Хотите развития отношений, хотите, чтобы наконец вышло все с этого замкнутого круга, чтобы, знаете, как прорвало наконец эта молчанка, ушла в никуда, будто бы хочется сорваться, прилететь к нему здесь и сейчас. Либо же он хочет к вам прилететь, вот сесть в машину и просто на всех скоростях примчаться к вам. А вы только спите и видите это, девочки. У кого-то кто-то прямо читает книги перед сном, кто-то прямо засыпает. Причем книги могут быть электронные, книги могут быть, да, такие бумажные. Кстати, какие книги вы любите читать? Я читаю ежедневно, и я люблю, знаете, вот такие вот бумажные книги, которые можно потрогать, понюхать, прижать, подержать в ручках. Вот так вот люблю, такие книги люблю. А что вы любите? Напишите мне, мне всегда интересно. Люблю о вас больше узнавать, читаю ваши комментарии ежедневно. Не могу каждый физически ответить, ну поймите меня тоже правильно, я у вас одна, вас у меня миллионы. Но мне всегда интересно, я всегда читаю ваши комментарии, я всегда рада о вас знать больше. Поэтому что между вами? Мечта встречи, девочки. Император. Ой, как интересно. Тут какие-то приобретения идут благодаря вашему мужчине у вас в жизни, девочки. Приобретения, причем ювелирочка.
Причем здесь идет еще аспект приобретения кольца, браслеты, благодаря ему. Как интересно, возможно, благодаря мужчине вы тут создали свое дело, свой бизнес, либо же он тут в реальном времени вам подарки девочки дарит, задарит, подарит. Вот, возможно, сейчас уже несется на всех скоростях, и пока вы смотрите освещение, он здесь вам звонок в дверь и сразу кольцо обручальное, будешь моей женой. Здесь очень такое возможно, девочки. Но здесь прям золото, бриллианты. Что между вами? Мужчина хочет вас одаривать, девочки, всеми благами этого мира. Хочет просто деньгами вас засыпать, дарить вам бриллианты, дарить вам Cartier, дарить вам золотые украшения. Что это за красота сегодня к нам такая пришла, а не мужчина? Просто благодарю вас, Надия. Вижу ваши подарочки. Очень приятно. Мои подписчики такие благодарные. Просто обнимаю вас душой. Мужчина здесь, слушайте. А ну-ка расскажи, что-то не могу понять. Девочки, я понимаю, что это не относится к теме, но я не могу об этом не сказать. Вот у вас такое чувство, что эти отношения приносят огромную тяжесть в вашей жизни, и вам уже тяжело будто бы бороться, либо же с самой собой, либо же с развитием этих отношений. У мужчин абсолютно другие энергии. У мужчины сейчас какой-то рассвет наступает, сознание, ясность, осознание относительно вас, относительно того, что я хочу и дарить. Вот опять все подарки мира, рассвет здесь идет отношений. То есть у вас такое чувство, что вы абсолютно настроены на завершение ваших отношений, полное какое-то разочарование, полный туман, похож на обман. И вообще, куда мы пойдем, непонятно. Вообще, если развитие отношений непонятно, понимаете как? А дальше у мужчины в голове происходит абсолютно другое, девочки. У него тут наоборот какой-то ясный рассвет. А у него наоборот здесь ясный рассвет и какое-то видение развития ваших отношений. Короче, сейчас, почему, да, и по двойке Пентаклей выходило все в начале, вы абсолютно по-разному смотрите на вашу ситуацию в паре. Так, это все, конечно, хорошо, это все понятно. Но здесь в начале я хочу рассмотреть такие основную тему, девочки. Мы познакомились с вами, рассмотрели ситуацию между вами, его страшную тайну, девочки. Что там за страшная тайна? Хочу рассмотреть на другой колоде. Подготовила несколько колод для вас, мои любимые. И сейчас посмотрим, что же там за страшная тайна, которую он скрывает от вас, девочки. Давайте смотреть на этой просто мега крутой колоде, которую я приобрела благодаря вашей финансовой поддержке, благодаря вашим донатам. Знаете, что все идет на благотворительность. Я приобретаю новые карты, я приобретаю новые свечи. Благодарю вас, моя любимая Надия. Какая красота, какую красоту вы мне дарите. Я занимаюсь благотворительностью ежедневно, помогаю людям, животным и птицам. Поэтому каждый ваш донатик, каждый ваш стикер, каждый ваш подарочек идет во благо, и поверьте, Вселенная вам вернет в тысячи раз больше. Что за страшную тайну ты скрываешь, мужчина? Расскажи-ка нам, пожалуйста, что за страшную тайну ты скрываешь? Что за страшную тайну он скрывает? Однозначно скрывает. И он думает об этом постоянно. Он думает об этом, знаете, у него как-то при этих мыслях как-то аж душа холодеет. Как-то аж мурашки такие, вот, знаете, как холодным душем буквально его обливает. Ему сейчас реально стрёмно, что я эту тайну вам раскрою. Так, карта сама выпрыгнула, девочки. Вы все видите, все на ваших ясных глазах. Смотрите, как он ограничивает себя. Смотрите, как он не хочет, чтобы я раскрывала эту тайну. Он буквально готов сейчас всеми заборами мира огородиться, чтобы вы не узнали это. Он это не просто скрывает, он это не рассказывает никому. То есть это то, что находится только в его голове. Тут он не делится этим ни с кем, не коммуницирует ни с кем, девочки. Это чисто то, что живет у него вот
внутри, в его внутреннем сознании, подсознании, что ты скрываешь, что за тайну ты скрываешь. Давайте смотреть. Мне уже самое интересно. Каждое освещение для меня это тоже, знаете, первый раз, первый класс. Потому что, ну, никогда не знаю, что будет идти с потока. Какую тайну ты скрываешь от моей богини? А ну, быстро давай озвучивай. Что ты тут мне? Он говорит, что эта тайна абсолютно как-то перевернет ваше о нем мнение, девочки. Что-то вообще жесть какая-то, смерть какая-то, трансформация. Расскажи подробнее, расскажи мне поподробнее об этом. Что ты имеешь в виду? Что ты именно говоришь? Потому что тут можно трактовать по-разному, конкретно раскрывая эти аспекты. О чем говоришь? Что ты имеешь в виду относительно этой карты? Относительно смерти чувств? Перерождение, трансформация чувств? Мужчина-управленец, мужчина-манипулятор чувств женщин. И сейчас этим манипуляциям пришел конец. Здесь три женщины связаны, завязаны, были будто бы к нему привязаны. А он, знаете, такой весь из себя. Я поняла, девочки. Мужчина скрывает тайну. Он в определенный период времени манипулировал тремя женщинами. Они не были счастливы с ним. Здесь может быть кто угодно. Начальница, жена, дочка, любовница. И так далее. Мы не будем сейчас углубляться, кто это конкретно. Но он говорит, что этому пришел конец. Этим манипуляциям пришел конец. Почему, я у него спрашиваю? Потому что он нашел единственную любимую. То есть те, которые раньше были в его окружении, не являлись любимыми. Он ими пользовался, девочки. Ну, пользовался в каких целях, здесь уже нет смысла сейчас раскрывать. То, что было, то прошло. Я вообще не люблю вот и не понимаю, зачем вам нужно тратить время, энергию, чтобы вот в этом прошлом ковыряться, девочки. То, что было, то прошло. Он озвучил, да? Ну, рассказывай больше теперь. Что скрываешь? Какую страшную тайну? Почему те женщины были связаны? Почему ты так, знаете, как даже нагло, вот идет слово с потока, пользовался ими в своих целях. Почему? Потому что я номер один. Потому что я номер один. Потому что он говорит, я могу делать все, что я захочу. Потому что они позволяли мне делать все, что я с ними захочу. Очень интересно. А зачем вот моей богине вот сейчас это все слушать? Вот единственное, объясни мне, для чего моей богине это сейчас знать? Ну, потому что он говорит, это страшная тайна, и ты хотела знать эту тайну, теперь я тебе ее раскрываю. Теперь я тебе могу это сказать. А почему ты раньше не мог это сказать? Почему ты говоришь, что именно теперь она готова это услышать? Почему ты так считаешь, что моя богиня только сейчас готова услышать эту тайну? Потому что пришло и время это узнать. А, потому что выход есть мужчины с отношений ваших, и вы должны знать правду. Вы должны знать правду, почему выход, потому что он манипулировал тремя женщинами. Что-то очень как-то ты странно, мужчина, объясняешь свой поступок. Тебе не кажется ли? Нет, говорит, не кажется ему. Нет. Говорит, я хочу, чтобы она знала все. Ну, давай тогда побольше расскажи, раскрой, потому что ты тут какой-то такой загадочный пришел, какими-то загадками говоришь, манипулировал тремя. Теперь сердце принадлежит одной. Ей важно это знать. Для нее это необходимо слышать. Так, дальше хочу знать. Слушайте, девчонка, он любит вас? Те женщины, которые ранее были в его окружении, он не испытывал к ним никаких чувств. Он ими пользовался, девочки. Но мне показывает вас... Это ты моей богине говоришь? Мне просто надо уточнить, девочки. А мне надо еще уточнить. Ну вот, конечно, кубковый король приходит. Девочки, вас он любит. Тайна в том, что раньше были манипуляции его другими женщинами.
Но он мне, знаете, как говорит, не связывая себя с ними, не думая, что я поступлю с тобой так, как я поступал с ними. А как ты с ними поступал? А как ты с ними поступал? Это что за новости? Как ты с ними поступал? Ну, играл, знаете, ими. Он играл ими. Играл. И получал от них все, что хочешь. Угу. Это была игра, девочки. Он с ними играл. Он играл, возможно, их чувствами. Ну, в общем, такое. Ну, а это что ты прыгаешь мне тут? Воровство какое-то было. А знаете что? Манипулировал письмами. Могла быть просто переписка. То есть он с ними даже мог не видеться в реальном времени. Здесь могла быть онлайн-переписка, где он, ну, не знаю, возможно, они там фотки им какие-то отправляли, либо же какие-то там видео. Ну, вы понимаете, какие видео, быстро покажи. Это было все в прошлом, он говорит. Это было все в прошлом. То есть сейчас этого нет. Он говорит, я рассказываю тебе о прошлом. То есть, возможно, вы задаетесь вопросом, он, возможно, и сейчас там с ними в эти игры играет. Нет, девочки, это было все в прошлом, он говорит. В прошлом, он говорит, не привязывайся. Что за тайну ты скрываешь от моей богини? Девочки, сама в шоке сижу. Он прям не хочет это. Слушайте, он еще что-то скрывает, это еще не конец. А сейчас он говорит то, что я скрываю, я вообще не хочу, чтобы она знала. Я готов, я не знаю, зубами грызть стены, только чтобы ты ей это не сказала, чтобы ты ей не разрушила. А что я должна разрушить? Чтобы я не разрушила твои замки, твои, понимаете, вот повыстраивал он тут какие-то баррикады. И он говорит, что сейчас мы добрались до самого-самого основного, до самого живого, что он вообще не хотел бы говорить девочке. Будем узнавать, что это тут он скрывает баррикадами, буквально, всеми, я не знаю, замками мира закрывает. Будем узнавать, девочки? Дайте мне обратную связь. Хочу видеть вашу активность. Хочу видеть ваши сердечки, комментарии, стикеры. Поактивничайте, девочки. Здесь что-то такое скрывается, я вам сразу могу сказать. Что-то такое, что, не знаю, мозг вам взорвет. Возможно. Я не знаю. Будем смотреть с потока, если вы захотите. Если вы захотите. Мне важно видеть комментарии. Мне важно видеть обратную вашу связь, девочки. Для вас информацию озвучиваю, поэтому уж решайте сами. Честно, энергии очень тяжелые. Очень тяжелые. И я уже, знаете, считываю с потока, что здесь что-то такое раскроется. Но важно знать, знаете, чтобы не жить в каких-то иллюзиях, чтобы не жить в каких-то надеждах, а понимать, что есть на самом деле, да, и что может быть на самом деле, для того, чтобы не мечтать о том, о чем мечтать, собственно, и не нужно, да, о чем мечтать-то, собственно, не стоит. Поэтому важно раскрыть глаза и в реальном времени посмотреть на то, что происходит. Надея, вы просто меня поражаете своей активностью. 60 стикеров – это просто космос. Благодарю вас. Давайте смотреть, что тут за тайна, которую он просто говорит. Сейчас она просто разрушит что-то, эта тайна. Что за тайна? Что она разрушит? Он говорит, что это не новое что-то в его жизни. Это то, что тянется с прошлого. Что-то связано с его девочкой яичками. Ну, яйцами. Ну, не знаю, девочки, ну, яйца здесь, что я могу сказать? Вот что есть, то есть. Все на ваших глазах. Так, ну, очень неожиданно. Ну, давайте-ка разбираться. Что имеешь в виду относительно? Это к чему было, мужчина? У него проблемы по мужской части, девочки. Он не может любить? Что? Он не может любить? Вообще, что ли, у тебя там ничего не работает? Или о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Почему у тебя проблемы по мужской части? Ты не можешь любить? Уже давно я не могу. О, девочки, так у него-то проблемы с его мужским этим органом, короче. И причем уже давно. У него не работает там ничего. Все вот разбилось. Почему мне, да, за эти
вещи начал говорить. Уже давно я не могу любить. То есть у него давно не работает его орган. Давно, девочки. Он даже здесь мог обращаться к докторам. Он даже здесь мог обращаться к специалистам, чтобы решить этот вопрос. Но сразу могу сказать, ничего не решается. А почему он говорит? Потому что та, которую я люблю... Что? Та, которую ты любишь. Та, которую ты любишь. А я не с той, которую люблю сейчас. Он не находится с той, которую он любит. Нет. И он говорит, я не могу дать рождение ребенка. Никому другому, кроме нее. Обалдеть. Девочки, это просто шок. Это просто шок. Он сейчас не находится с той, которую любит. Поэтому у него нет никакой физической активности. У него жезл не работает. И он говорит, я не могу дать продолжение жизни. Я не могу ребенка, понимаете? Ну, чтобы кто-то забеременел. У него там не работает просто это все. А моя богиня здесь при чем? Вот у меня вот такой вот вопрос самый основной. Причем здесь моя богиня, которая слушает эту информацию? Причем она здесь, боже, посыпал картами. Ну как же причем? Она же мое деревце, она мое корешочки, она та, о которой я думаю. Она моя родная, девочки. Она моя родная. Родство показывает, корни, дерево. Я чувствую, что она моя родная. Что он еще тут нам выбрасывает? Сейчас все расскажу, подождите. Хочу сразу все раскрыть, посмотреть, что мне тут рассказывают. Она моя родная, он парой вас показывает, девочки. Он говорит, что вы ему предназначены судьбой. Но сейчас между вами есть будто бы, знаете, какие-то испытания, которые вы должны пройти перед тем, как встретиться в реальной жизни. И он как-то знает больше, чем вы. Он знает больше, чем вы. Мужчина говорит, что он за это время, пока вы сейчас не вместе, наполняется, знаете, наполняется эмоционально. То есть Вселенная ему в тот момент, когда вот вы не общаетесь, сейчас не коммуницируете, доносит информацию о вас, и он влюбляется в вас. Вас больше. Ваш мужчина, видите, как хотел сказать вас больше, а здесь идет слово ваш. Благодарю, Надия, за вашу красоту, за вашу активность, за ваши подарочки. Мне очень приятно. И за это время у мужчины здесь происходит очень сильное осознание. А вы будто бы сидите, знаете, и не видите ничего. Вот в данный момент вы не видите ту информацию, вы не знаете ту информацию, которую я вам озвучиваю для вас. Это, знаете, как озарение, как прозрение идет, девочки, потому что у вас нет возможности узнать то, что я вам озвучила сейчас. Вот о чем он говорит. Что за страшная тайна? Рассказывай больше о ней. Что за страшная тайна? Ну вот видите как, девочки, он мне говорит, что я не с ней, я сейчас не рядом, мы сейчас не вместе. И он говорит, что когда я не с ней, вот у него конкретно нет работы его основного мужского органа, который может дать продолжение жизни. Ну, я думаю, я очень понятно объясняю. Я думаю, что вам прекрасно понятно, да, о чем я говорю. А вы как-то, знаете, оборачиваетесь на него. Почему оборачиваетесь? А вы ждете от него действий. А вы ждете от него действий. Очень сильно ждете. Прям сидите, кто-то прям с телефона проверяет его в социальных сетях, когда он там заходил, когда он там выходил, когда он был на связи, когда там он что-то в социальных сетях выставлял, либо же вообще есть ли он, вообще жив ли он. Даже можете через социальные сети проверять вообще, в какое время он просыпается, спать ложится, да, в какое время он бодрствует, в какое время его нету, вы понимаете, что он, наверное, спит в это время. Ну вот так вот эти девочки, у вас идет чисто как слежка прям за ним. Через стекло, опять же, у кого-то стекло это телефон, у кого-то компьютер, кто-то, возможно, действительно видит вашего мужчину, да, в реальном времени через стекло. Вот так вы за ним смотрите, вот так вот вы за ним следите, как-то подсматриваете, девочки. Вижу, что есть такое. Ваша ли информация откликается?
нравится ли, да, не забывайте также коммуницировать со Вселенной, давать обратную связь, ставить лайки, комментарии, давать, да, Вселенной подтверждение, чтобы дальше информация была раскрыта. Ну, дальше рассказывай о своей страшной тайне. Есть еще что сказать, мужчина, либо ты уже выговорился? Кто-то тут к нему ломится, девочки. А он дверь закрывает, не впускает кого-то в свою жизнь. Кто это? Кто это? Тот, кто ничего хорошего в его жизни не несет. Благодарю вас, Надея. Благодарю вас, Оксаночка. Боже, какое красивенное сердце. Благодарю вас, мои любимые. Слушайте, здесь кто-то есть, кто нагло ломится в его жизнь, а он не впускает этого человека. Благодарю, Надея. Благодарю вас за ваши стикеры. Так, девочки, здесь он конкретно не впускает. Боже, какая розочка, Надея, как красиво. Благодарю вас, мои любимые. Не впускает какого-то человека в свою жизнь. Что это за человек? Наглый какой-то человек, который, знаете, готов, не знаю, ой, у меня прям ноги в мурашках, все спалить на своем пути, лишь бы как-то донести информацию мужчине какой-то. Это мужчина, девочки, это мужчина, это может быть какой-то друг, знаете, советчик, который пытается, знаете, как-то влезть в пространство вашего мужчины, а ваш мужчина его не пускает. Закрывает дверь, вот не хочет с ним связываться. Он может ему звонить, может ему писать, может домой к нему приходить, либо же на работу как-то навязывается. Причем он такой, знаете, наглый, такой вот настырный, такой вот, знаете, твердолобый даже вот идет с потока такая информация. А для чего, мои богини, вот знать вот эту информацию про этого мужчину, которого ты не хочешь пускать в свою жизнь? Как связана моя богиня вообще? А вот вы и выходите, девочки. А вы знаете как? Вы, возможно, знаете этого человека. Угу. Вы, возможно, коммуницировали с ним, либо же слышали о нем. То есть это человек, которого вы знаете. Ну, если вы не лично с ним знакомы, то, возможно, вам мужчина рассказывал, да, о определенном друге. Вот о нем сейчас, девочки, идет информация. То есть вы в курсе этого человека. А что он ему говорит о вас? Почему ваш мужчина его не пускает? Здесь что-то он говорит ему о вас. А ваш мужчина не хочет будто его слушать, знаете, и прямо, знаете, пытается как-то даже от его общества как-то отделаться. А что он говорит о вас, интересно? Интересно, девочки, что говорит вот этот вот его друг о вас? Почему ваш мужчина не хочет коммуницировать с ним? Интересно вам узнать? Дайте мне обратную связь, чтобы я видела. Если хотите раскрыть этот вопрос, если как бы, я понимаю, что он не относится к теме освещения, да, хотя, не просто же так эта информация идет с потока, возможно, не просто так, да, Вселенная озвучивает и такие аспекты. Интересно ли вам узнать, что тут этот друг такое? А вас, девочки, наговаривают, понимаете как? А ваш мужчина просто закрывает дверь перед ним. Вот говорит, не хочу ни слышать, ни видеть, не хочу знать. Не хочу знать эту информацию, которую он о вас говорит. Да что же это такое? В конце-то концов, а? Давайте смотреть, интересно ли вам. Надея, какая вы у меня сегодня умничка, какая вы у меня активная. Благодарю Вселенную за вас, боже мой. Какие у меня шикарные, благодарные подписчики. Да, интересно, вижу. Давайте смотреть, все в мурашках сидите, я уже сама вся в мурашках. Что он там о вас заливает, девочки? Знаете, как, что он говорит? Ей деньги твои нужны. Она хочет обогатиться за счет тебя. Представляете, что это говорит? Все, что ей нужно, это деньги от тебя. Все, что ей нужно, это, как бы, знаете, свой статус поднять. Получить то, что она хочет. Она хочет, чтобы... Знаете, как он говорит? Она хочет выйти за тебя замуж, чтобы у нее там в жизни все по маслу было. Что-то в масле или по маслу. Как-то что-то такое вот он ей говорит. Что он говорит о вас? Да блин, он ему говорит. Вообще его отговаривает от вас, девочка, десятка мечей. Это очень жесткая карта. Он говорит, вообще забудь о ней, вообще не общайся с ней, не коммуницируй. Она только там, только твоих денег хочет. Представляете, что заливает? А ваш мужчина что, интересно, ему отвечает на это? Ваш мужчина что ему отвечает на это?
Он говорит, блин, отлепись от меня. Говорит, что ты ко мне привязался? Вот он говорит, вот что тебе надо от меня? Вот почему, вот зачем ты мне это говоришь? Вашему мужчине неприятно, сразу могу сказать. Это ему буквально сердце разбивает. Ему очень сложно слышать такую информацию. И у меня, честно, вот сейчас болит сердце. Но это не моя боль, это его боль, потому как я вас чувствую на себе. Потому что работаю не просто как таролог, но так же, как и ясновидящая, яснослышащая, космоэнергет и парапсихолог. И у вас реально, у вашего мужчины прямо сердце болит. У вас прямо, кстати, сейчас тоже может сердце заколоть, девочки, если вы очень сильно, да, ментально связаны с мужчиной, если вы действительно чувствуете друг друга, вы можете прямо почувствовать вот такую вот резкую боль в сердце, девочки, резкую боль в сердце, прям конкретно могу сказать. Кто чувствует? У кого есть такое ощущение? Дайте обратную связь. Дайте обратную связь. Сердце прям может заколоть. И что он говорит ему? Он говорит, я знаю, что это не так. Я знаю, что она не такая, он говорит. Я знаю, что она не такая. А знаете, как он говорит, деньги для нее это не предел. То есть не в деньгах дело. Не в деньгах счастье, она не будет идти чисто за деньгами, он говорит. А что он еще, интересно, отвечает ему? Что он еще отвечает ему относительно вас? Это же интересно узнать, да? Вот как мужчина видит вас, как мужчина чувствует вас, что мужчина думает о вас. Это тоже важно знать, да? Вот конкретно с его точки зрения, как вы считаете, девчонки, вот важно ли такую информацию узнать, что именно мужчина, как он именно вас видит? Понятно, что какая вы есть на самом деле, вы-то о себе знаете. А вот его мнение, я считаю, что это важно вам. Ну, я не знаю, конечно, дайте мне знать, если это вам интересно, да? Что он еще о вас говорит? Как он видит вас? Он говорит, что для нее вот не в деньгах счастье. То есть он говорит, если она будет полностью, так интересно, он говорит, если вы будете полностью финансово обеспечены, вот вы не будете счастливы. Ну, то есть не в деньгах только счастье, понимаете как? Еще что он говорит? Он прямо, знаете как, уверен в своих словах. То есть здесь он говорит без сомнения, здесь он не ждет какого-то подтверждения своих слов. Он четко просто в этом уверен и все. Смотрите, прыгает карта, давайте смотреть. Он говорит, что я не вижу ее такой, как ты мне говоришь, как ты мне рассказываешь. У меня абсолютно другое мнение. По колесу фортуны, то есть это информация, которая полностью другая на 180 градусов. То есть то, что ему друг о вас заливает, ваш мужчина с ним не соглашается. А что он отвечает этому другу относительно вас? Хотите узнать? Где мои сердечечки? Где активность? Потапайте по экранчику, девочки. Лайки отправляем, сердечечки отправляем. Не спим, мои любимые. Давайте обратную связь, тогда будете знать больше ответов на вопросы, девочки. Раз поток идет, значит, вам это нужно, значит, вам это необходимо, значит, вам это интересно, значит, вам это важно. Вот смотрите, карта уже прыгает сама, девочки. Карта уже прыгает сама. Интересно ли вам знать? Хотите ли вы знать? Карты готовы рассказывать, девочки. Карты готовы вам это рассказать. Давайте смотреть, что он отвечает другу. Оставь меня, отстань от меня. Он, знаете, как говорит? Отстань от меня. Уйди от меня. Представляешь? Отстань. Уйди, не звони, вот не пиши. Он прямо конкретно его, знаете как, отстраняет от себя. И причем он говорит, что не хочет его видеть на протяжении длительного времени. Он что, обиделся на этого друга? Он говорит, что он его заводит, девочки, не туда, куда нужно. Он разбивает ему сердце, эта информация о вас. Он говорит, я вообще не хочу с ним общаться больше. Представляете, как? Здесь он готов и, возможно, уже, да, отношения даже прервал с ним. Угу. По десятке жезлов. Здесь он конкретно от него закрылся. Я вообще... Он говорит, он дурак какой-то. Он дурак. Ну вот, карта дурака, девочки, ничего личного. Говорит, он какой-то дурак, я не хочу с ним больше общаться, я не хочу с ним больше коммуницировать, я больше не хочу его слушать. Понимаете, что говорит, девочки? Понимаете, что говорит ваш мужчина? Ну, мне нравится, что он здесь адекватный у вас такой товарищ. Мне нравится, что он, знаете, вот не ведется вот на
Вот друзьям лучше знать. Вот эти вот все выражения, это просто жесть. Друзьям лучше знать. Конечно, друзьям лучше знать твою жизнь. Конечно. Вот это вообще просто убивают такие выражения. Вот ваш мужчина не из тех, который будет рассказывать друзьям лучше знать. Так, что-то еще хочет сказать, что-то еще хочет озвучить. Давайте смотреть, что будешь говорить. Давайте смотреть, что будешь говорить, девочки. Здесь мужчина хочет с вами помириться. Здесь мужчина хочет с вами примириться. Здесь мужчина хочет с вами наладить контакт, хоть какой-нибудь, хотя бы дружественный, говорит он здесь и сейчас. Я хочу с тобой помириться. И понятно, что, естественно, да, то, что заливает этот его друг, ну, который уже, собственно, ему и не друг, да, абсолютно не входит в планы вашего мужчины, потому что ваш мужчина... А что он хочет, девочки? Вам интересно узнать, что вообще он хочет от вас, от ваших отношений? Вообще, что он видит, да, в развитии ваших отношений? Как он видит развитие ваших отношений? Если хотите, мы можем раскрыть этот вопрос. Еще карты есть, да, мы можем конкретно вот эту вот колоду раскрыть конкретно через видение ситуации вашего мужчины относительно вашего будущего. Хочу видеть вашу активность, хочу видеть... Ой, какая красота, Надия! Слушайте, карта просто вылетела. Сейчас достану, девочки. Дайте мне обратную связь, хотите ли вы знать. Вот, а эта карта просто вылетела. Это то, что мужчина хочет сказать вам немедленно, девочки. По поводу развития ваших отношений, по поводу того, как он видит развитие ваших отношений, да, сегодня смотрим все чисто с его точки зрения, что в его голове, что в его мыслях. Хотите ли знать, дайте мне обратную связь, чтобы я видела, да, и будем раскрывать этот аспект. Как он видит развитие ваших отношений, что он хочет сказать, что он хочет озвучить вам здесь и сейчас, вас сюда Вселенная привела не случайно, однозначно, значит, вам нужно, важно и необходимо услышать информацию. Надя пишет прямо сейчас, мне пишет. Ну вот, а я говорила, кстати, в начале освещения, кто, да, сначала прослушивает, что, возможно, многим мужчина прямо будет писать, появляться, проявляться в момент просматривания освещения. Смотрите, Надя, насколько она активна, да? И вот, пожалуйста, сейчас уже и пишет вот ей мужчина в момент просмотра освещения. Вот вам подтверждение в реальном времени, как это все работает. Ну что же, вижу, что вам интересно. Давайте раскрывать, что хочет сказать мужчина. Так, здесь какой-то обман, здесь какое-то предательство вылезло, девочки. Это ты о чем говоришь? Мы говорим о развитии отношений, а ты мне о обмане, о предательстве. Он говорит, я предал тебя давно, я обманул тебя давно, я хочу тебе в этом сказать, я хочу тебе в этом признаться. А знаете, в чем было предательство? В том, что он не признался вам в любви. Он скрывал это. Он скрывал свои чувства к вам, девочки. А только с вами он видит развитие отношений. И причем давно он это скрывает, давно он это не говорит. Возможно, знаете как, манипулирует, не общается, потом общается, потом пропадает, девочки. Он считает, что он как-то привязывает вас к себе вот этим странным поведением. Очень интересно. И что это в твоих планах? И дальше морочить мозг моей богине? Либо же ты уже будешь что-то посерьезнее делать и не манипулировать ее чувствами? Давайте смотреть. Как дальше говорит? Он говорит, что у него хорошо работает этот момент. Он говорит, она привязывается ко мне еще больше. Она привязывается ко мне еще больше, если я так делаю, девочки. Представляете, что творит? Представляете, что творит? Он говорит, она еще начинает больше обо мне думать. Она начинает вот больше мне энергии давать, когда я так себя веду. И что ты планируешь делать в будущем? Дальше ей мозг так морочить или что? Я не могу понять. Давайте смотреть. Мир. Нет, нет, он хочет примирения с вами, девочки. Нет, так не будет дальше. Нет, 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 девочки, здесь будет разговор. Здесь будет разговор, здесь его будет признание вам в чувствах, здесь будет его признание вам в любви, девочки. Однозначно, это ваша мечта, вы на самом деле хотите этого.
Вы желаете этого. И знаете как, Верховная Жрица вам об этом сейчас рассказывает. То есть для вас это определенная сейчас, да, в какой-то степени мечта. Но поверьте, если вы сейчас поставите сердечко и напишите в комментариях «мечта исполнилась» 7 раз, то действительно эта мечта станет вашей реальностью, девочки. Так сказала Вселенная, так говорит Вселенная в прямом эфире, поэтому за вами выбор. Хотите ли вы, да, чтобы мужчина признался вам в чувствах? Хотите ли вы, чтобы он раскрыл вам свою душу? Решать вам. Вселенная вам дает вариант, Вселенная вам дает возможность поменять свою жизнь, поменять свою реальность. Она рассказывает, раскрывает вам, как вы можете это сделать, а выбор за вами, да, будете ли вы это делать здесь и сейчас. Не забывайте, конечно же, ставить сердечко, да, подтвердить Вселенной, что вы готовы. Стикеры, комментарии, подарки, это все приветствуется, это все, знаете как, ваше соглашение на то, чтобы мечта ваша исполнилась. Поэтому сколько вам не жалко, чего вам не жалко на исполнение мечты, вы можете поддержать канал в развитии, вы можете поблагодарить, ссылочка в первом комментарии. Что не жалко, чтобы мечта исполнилась. Вы видите, как все работает прямо в прямом эфире. Мужчины начинают писать, да, моим подписчицам, моим активным, верным подписчицам. Почему? Потому что вы даете обратную связь. Почему? Потому что вы взаимодействуете. Почему? Потому что Вселенная все видит Вселенная здесь и сейчас. И знаете как? И этим вы буквально, этими аффирмациями, которые вы сейчас прописываете в комментариях, для себя же, не для меня, вы открываете новый путь, вы открываете новую дорогу в развитии ваших отношений, потому что Вселенная, она же энергетически считывает, да, что каждый хочет, что каждый просит. И когда вы пишете, что мечта исполнилась, понятно, что это является вашей мечтой, понятно, что вы этого хотите, понятно, что вы желаете, и, естественно, Вселенной вы указываете. Указываете, слушайте, здесь Вселенная реально исполнит эту мечту у каждой, для каждой, для каждого, кто пропишет, кто поставит лайк, кто отправит стикер, кто отправит подарок, кто поддержит, девочки. Конкретная информация для тех, кто не будет, да, ничего делать, кто просто прослушивает и говорит, ну, если Вселенная исполнит, она и так исполнит. Нет, не исполнит. Для тех, кто упирается, будто вы знаете, как вы сами упираетесь в развитие ваших отношений, поэтому вы ставите точку. Но это для тех, кто, например, считает, что не нужно реагировать. Ну все, тогда ваш мужчина уходит в отшельники, девочки. Вот, кубковый король. А вот исполнение вашего желания. Он хочет, чтобы вы ему ребеночка родили. Для кого актуально? Для кого актуально, мои дорогие? Те, кто не реагирует, те, кто не пишет, мужчина уходит в отшельника. Те, кто реагирует, пишут, здесь мужчина признается в любви, и вы с ним вместе. И еще здесь идет, девочки, продолжение рода. А что он нам говорил по поводу продолжения рода? Он нам говорил о том, что да, у него нет никакой физической сейчас возможности взаимодействовать ни с кем другим, ни с какой женщиной. Почему? Потому что у него там с жезлом конкретные проблемы. Даже он указал, в каких частях. Кто пропустил, перемотайте дальше, раньше. И послушайте, здесь он очень подробно рассказал все свои тайны. Раскрыл мужчина девочки. Я уверена, что эта информация была вам просто безумно полезна. Я жду каждую и каждого на личное освещение, на практике очищения, защиты. Не забудьте, кстати, подписаться на мой бесплатный телеграм-канал, кто еще не подписан. Кто еще не подписался, да, на мой канал, подписывайтесь, чтобы и дальше получать информацию о своем мужчине. Приглашаю вас на мой сайт. Приглашаю вас стать спонсорами моего YouTube-канала. Спонсоры первыми видят новое освещение. Для спонсоров я провожу уникальные закрытые авторские практики. Спонсоры получают бесплатные ответы на вопросы и многое-многое-многое другое. Бесконечные бонусы, связь со мной 24/7. Женечка, вы богиня, написала Надя. Благодарю вас, моя дорогая истина. Как стать спонсором? Также в первом комментарии есть активная ссылочка. Жду вас там, подписывайтесь, буду рада вас видеть. Мне всегда приятно с вами работать. Мне всегда, знаете, очень
интересно раскрывать все новые и новые темы, которые приходят с потока. Почему? Потому что это на самом деле ваши вопросы, на самом деле вам это важно знать, на самом деле вам это необходимо. И, конечно же, я с удовольствием раскрою вам и дам вам ответы на все-все ваши вопросы. Также отправляю вам сердечечко в ответ, обнимаю вас душой с безусловной любовью. До встречи на моих остальных освещениях. Пока-пока.